дыша, чтобы не уснуть. Всех, кто спит уже давно, всем, кому не все равно, чуя комнату тайком, желает нам глянуть. Чтобы увидеть, как бессонница в час ночной меняет нелюдимая облик бой. Чьих невольниц обвинили, зачем тебе охотиться на людей? Крестик на моей груди, от него ты погляди, что в тебе способен он резко изменить. Что много книжек я читал, много фокусов видал, свою тайну от меня не пытайся скрыть. Как бессонница в час ночной меняет нелюдимая облик бой. Чьих невольниц обвинили, зачем тебе охотиться на людей? Очень жаль, что ты тогда мне поверить не смогла. То, что новый твой приятель не такой, как все. Ты осталась с ним вдвоем, не зная ничего о нем. Что для всех охватило, наплевать тебе. Но ты попал к настоящему колдуну. Он загубил таких, как ты, не одну. Словно куклою в час ночной, теперь он может управлять тобой. Все происходит будто песни, без струны такое себе играть, ну ладно, у нас еще одна композиция будет, и потом перерывчик, поменяем как раз комплект струн. Грохочет гром, сверкает молния в ночи, а на холме я без убит. Сейчас
как ты будешь мне. Мне так хочется, чтоб стало климой. Парень случится, он такой наружу. Все поймать стремится в воде. Весенский дождь, смотреть на это выходил, как на коне. Он видит на ссоре с головой, виду на сам себя враг, на нашу вину мать, такое полурак. Давай мне случится, на поле покручу, все поймать стремится молнию. Утром на сельской дороге медленно шел ночной герой, весело хмурый и седой, и улыбался. Парень не случится, то пору, то кручу, все поймать стремится молнию. Все, ребят, у нас небольшой перерывчик, там 5, 7, 10, 15 минут.